Чемпионат Европы по футболу бросил Украине серьезный вызов. Поменять свой облик за 2 года. Построить дороги, стадионы, аэропорты, купить поезда. Но самым сложным оказалось не это, а владеть английским – вот суперзадача. Особенно для украинской ГАИ. Can I see your ID, please? Не, не понимаю. What kind of papers do you need? Ваш пермис до кондуира. Мы решили использовать эту ситуацию для нашего клиента. Школы английского языка Speak Well. В то время, когда многие высмеивали неготовность Украины к встрече иностранных туристов накануне чемпионата, мы решили подарить стране гаишника-героя. Среди многочисленных аматорских видео на YouTube, снятых на видеорегистратор, появился наш фильм, в котором 2 туриста пытаются развести хохла-гаишника на английском. Блин, менты, пацаны. Да ладно, я тебя прошу. Чё они нас тормозят? Ну превысил я, и чё с этого? Да ну нахера, ну это чужая страна. Я тебя прошу, сейчас хохла разведем на инглиш, реально они же тупые. Слушай, а точно, побазарься на инглиш, а? Да только не ржать. Я не буду, только ты не заржи. Он сейчас затупит, 100%. Всё, ждём. Чик-чик-чик, о, топает. Доброго дня, старший инспектор Коломієць. Hello, sir. Документи, будь ласка. Do you speak English? Документи. English. Speak English. Do you speak English? Документи. So, it's a rent car. It's a rent car. We are foreigners. Do you speak English? Stop. One moment. Okay. Thank you. Thank you very much. Доброго здоров'я, старший інспектор Дай Кучер. Do you speak English? Yes, sure. And what did you tell us? You exceeded the speed limit. What kind of speed limit? 60 kilometers per hour in inhabited area. But it's a rent car and we are foreigners. It doesn't matter. Oh. Can you prove it? Could you show me a driver license? No. Can you prove it? Yes, I've got all proofs. Please, show me a driver license. I don't understand you. Why should we? Show me, please, your driver license. Why? In our country, because you broke the law. We don't have any kind of speed limit in our country. Come on, guys, where are you from? What's the speed limit in your country? From us, from Switzerland. I don't know what speed limit in my country. But I know, it's 50 kilometers per hour. Please give me a driver license. Oh, Russian Federation. Welcome to Ukraine. Что, пойдем оформлять? История про англоязычного гаишника быстро распространилась по сети интернет и вызвала бурю эмоций не только в Украине. Фильм спровоцировал многочисленные перепосты на канале YouTube, информационных и развлекательных порталах, а также в социальных сетях. В итоге около 5 миллионов просмотров на YouTube, в Facebook и других соцсетях. Многие задавались вопросом, где же этот эрудированный сержант, который разрушил стереотип о глупых гаишниках, и кто он на самом деле? Любопытство публики и журналистов вскоре было удовлетворено. Не можу не згадати і англомовного працівника вітчизняної ДАІ, відео з яким активно розповсюджували усі охочі. У інтернеті гуляють відеоролики, як автоінспектори англійською ставлять на місце нахабних іноземців. Як рекламщики наживаються на футбольних подіях, а бренди доводять, хто з них найкращий друг. Ми випустили второй фільм «Відеоответ» з участием нашого героя. Им оказался один из студентов школы Speak Well. Dear guests, have nice time in Ukraine and good luck, but have good time, but don't break the rules. Результаты. В результате перепостов ролик увидело около 5 миллионов человек на YouTube, более 10 упоминаний на ТВ в новостях. Сайт школы посетило около 50 тысяч человек. Специальное подразделение Кобра МВД Украины направило на обучение в школу Speak Well 300 офицеров. Благодаря рекламной кампании клиент увеличил свои продажи в период летнего спада на 400% по сравнению с летом прошлого года. Кроме того, нам удалось изменить общественное мнение об украинской ГАИ, а в ГАИ всерьез задумались об образовании своих сотрудников.